Итак, ребят, всем привет! Сегодня мы вам расскажем про очень интересный проект, который формируется и комплектуется у нас на базе. Это МТЗ-82 балочный мост. У него идет заготовка, подготовка под снегоуборщик. Пока здесь все не очень спереди по навеске комплектно, но у нас есть ряд очень интересных изменений, которые мы внесли. Сейчас подробнее расскажем. Клиент у нас очень такой щепетильный, требовательный, и он решил поставить на данный трактор два подогревателя. Подогреватель двигателя, подогреватель кабины, кондиционер, хорошую акустическую систему. Давайте пройдемся по порядку. Итак, начнем с кондиционера. Это кондиционер, вот радиатор. Потом дальше у нас идет компрессор, шланги, радиатор и сам комплект кондиционера фирмы «Август». По комплектующим это получше, чем китайский кондиционер. Вот «Валео» у него идет компрессор. У нас есть Made in Japan. У нас есть обзор комплекта данного. Но по качеству очень все хорошо выполнено. И шланги, и все фитинги. Все достаточно на высоком уровне. Так, далее у нас идет вот этот розетку мы сейчас ставим. Она вот здесь вот. Это идет пульт управления для снегача. Это идет выгружная труба. Она телескопическая, то есть раздвижная, вот так скажем. Правильно, труба раздвижная. И зажимаем кнопочку, поднимаем рычаг, труба раздвигается. Отпускаем кнопочку, просто шевелим рычагом, у нас она будет вращаться. То есть это такая дополнительная функция. Так, далее пройдемся. У нас здесь заботливо установлено Александром предпусковой подогреватель двигателя Вибаста. Тоже вещь очень качественная. То есть тут вопросов вообще никаких нету. Данный подогреватель двигателя у нас идет вот тосол вот сюда вот. Тут идет вот к блоку. Нижний не вижу, куда идет. Но он греет тосол. Данный подогреватель у нас идет на... Сейчас посмотрим. 5 киловатт. 5 киловатт. У него имеется дистанционный блок управления. То есть наш клиент будет дистанционно запускать свой трактор с мобильного телефона через приложение. Будет включать обогрев двигателя. И приходить уже у него будет теплый двигатель зимой, в холодную зиму. Так, далее также у нас есть подогреватель кабины. Здесь такой творческий беспорядок, но все в процессе. Здесь у нас есть подогреватель кабины, также Вибаста. Сейчас покажу. Здесь у нас появились дополнительные провода для этого обогревателя и обогревателя двигателя. Это у нас вот идет насос на подогреватель кабины. И здесь отверстие. Это подача топлива, забор воздуха, это выхлопная труба. Дистанционное управление только у подогревателя двигателя, так как не очень корректно сделано и приложение, и будет неудобно, это придется с разных программ всегда запускать отдельно обогреватель двигателя, отдельно обогреватель салона. То есть дистанционно у нас управление с мобильного телефона идет только на
подогреватель двигателя. Так, с другой стороны давайте тоже посмотрим, что у нас тут. Здесь все обычно, шланги в броню. Так, и стоит достаточно хорошая музыка. Так, мы с ребятами слушали, нам понравилось. Так, ну, немножко салона, все в процессе, все в процессе рабочем. Так, сейчас покажем. Вот блок управления кондиционером Август. От тех, которые мы ранее устанавливали, немножко отличается, но на мое мнение он как-то поприятнее. Побольше выполнен, более качественно прорезиненные вот эти вот крутилочки. Очень симпатично. Так, далее пойдем. У нас магнитола. Магнитола вот такая. GVC. KDT-801BT. Bluetooth. Флешка. Здесь, по-моему... А, нет, здесь вот. Не помню, уже от аналоговых носителей отказались, наверное. Но, по-моему, диски здесь еще есть. Микрофон для громкой связи. То есть уже сам клиент установит себе, куда ему будет удобно, откуда его будет лучше слышно. И колонки. Так, сейчас посмотрим, какие у нас колонки. Вот. CSDR-693. 500 ватт. Ну, играет вообще неплохо. Очень даже приятно. Так что клиент думает о комфорте, о подогревателях, о хорошей музыке. Также мы установили еще дополнительное освещение. Сверху заменили галогенные лампочки на светодиодные. Здесь две лампы идут ближнего света, две дальнего. Светить будет хорошо. Так, ну пока этот красавец у нас в процессе, мы вам уже основные и самые интересные его дооснащения рассказали. Соберем, когда полностью комплект, покажем уже со снегачом и все позапускаем, повключаем. А, хотел еще показать блоки управления вебастой. Они у нас вот здесь разместились. Это у нас подогрев кабины. Это идет микрокомпьютер, уже подогрев двигателя. Все достаточно гармонично вписалось. Так что, ребят, задавайте свои вопросы, пишите. Постараемся на все ваши вопросы, запросы ответить. Если вас интересует покупка техники, обращайтесь по номеру телефона, либо на сайте, либо забивайте просто в интернете нашу организацию. Звоните, вам помогут, проконсультируют не только по покупке техники, но и запчастей, оборудование для расчистки, мульчеры, ротоваторы, рубилки. То есть мы достаточно большие, у нас почти все есть в наличии. Все, задавайте вопросы. И до новых встреч. Пока-пока.